Раубичи открывались в 1974 году к чемпионату мира по биатлону. За время существования Раубич было проведено несколько чемпионатов мира по биатлону, этапы Кубка мира по биатлону, чемпионаты мира по лыжным гонкам, ну и масса других соревнований. И в 2012 году уже началась такая полномасштабная реконструкция комплекса, вот именно биатлонного стадиона, ну и практически всей инфраструктуры Раубич. Значит, ну что за эти два года у нас получилось? Полностью реконструировано стрельбище, реконструированы лыжероллерные трассы, появились новые домики командных раздевалок, новый судейский павильон, старый судейский павильон реконструирован в пресс-центр, также там антидопинговые службы будут располагаться, новая гостиница, сейчас еще строится одна гостиница, которая вот планируем ее как раз где-то к чемпионату, молодежному чемпионату мира по биатлону сдать. Хотелось бы провести, показать вам всю эту нашу инфраструктуру, что у нас получилось. Сейчас мы находимся в объекте совершенно новом для Раубич, который появился вот только-только. Значит, закрытый стрелковый тир на 10 мишенных установок. Обычно первые два сбора наши биатлонисты проводят чистую стрелковую подготовку. И вот для того, чтобы, скажем так, не уезжали из Раубич, появился вот этот вот объект. Также есть возможность не только проводить стрелковую подготовку, скажем так, статичную, но есть возможность захода на роллерах в тир. То есть в любую погоду можно проводить будет, здесь тренировки. Ни на одном стадионе биатлонном мире нет крытых тиров, чтобы биатлонисты могли вести и подготовку вот такую. Также завершены работы по реконструкции стрельбища. Вместо 30 установок уже 38. Полностью заменены мишенные установки. Вот появилась тренерская биржа у нас. Большее количество установок позволяет принимать большее количество спортсменов, потому что, ну, кроме национальной команды, здесь тренируются и команды из регионов, команды центра. То есть, ну, плюс также очень много гостей у нас приезжает. И вот за 2011 год у нас здесь перевернулись представителями, по-моему, 54 стран на комплексе. То есть география довольно широкая. Сейчас мы находимся в точке, в одной из самых высоких точек комплекса, с которой открывается панорама на весь комплекс. Вот отсюда видны и домики командных раздевалок, и вакс-кабины, судейский павильон, пресс-центр. Дальше у нас располагается здание спортивного зала, гостиница. Также вот панорама открывается на комплекс трамплин, склон фристайла и гостиница номер один. Ну, сейчас мы находимся возле здания судейского павильона. В судейском павильоне будут располагаться комментаторские кабины, практически все органы управления стадионом. В этих помещениях будут располагаться комментаторские кабины, то есть их несколько таких вот помещений, то есть блокированные по три. Значит, ну сейчас мы направляемся по переходной галерее из судейского павильона в пресс-центр. Значит, сейчас мы рассматриваем здание пресс-центра, первый этаж здания пресс-центра. На первом этаже будут располагаться службы допинг-контроля, здесь же. Сейчас мы находимся возле подземных переходов, посредством которых обеспечивается доступ спортсменов в зону старта-финиша и также на стрелковый стадион, непосредственно на огневой рубеж. Значит, сейчас пройдем, посмотрим домики командных раздевалок, а на обратном пути уже зайдем, глянем в вакс-кабины. В них могут одновременно располагаться 146 спортсменов. Помещение для спортсменов. Вот здесь же располагаются шкафы для одежды, санузел, душевая кабина.
Сейчас мы находимся в зоне вакс-кабин. Всего вакс-кабин у нас 58. Кабины двух типов. Значит, 8 кабин для больших команд. Они по площади где-то порядка 28 метров. И 50 кабин размером немножко поменьше для команд небольшой численности. Значит, площадь этих кабин порядка 14 квадратных метров. Рядом с вакс-кабинами находится у нас гора для откатки лыж. Также здесь будет располагаться разминочный круг. Все это очень компактно увязано с домиками командных раздевалок. То есть все практически подготовка лыж, разминка спортсменов, переодевание. Все находится в одном месте. Мы находимся возле строящейся гостиницы, строительство которой планируем закончить вот к началу чемпионата мира. В этой гостинице можно будет, будет располагаться 50 человек. Также на территории комплекса еще есть гостиницы на 190 мест, на гостинице номер 1 на 50 мест. Третья гостиница, гостиница номер 3 на 30 мест и гостиница «Динамо» 45 мест. То есть одновременно комплекс способен принять где-то порядка 400-450 гостей. От Минска мы находимся в 15 километрах. То есть это не такое большое расстояние. То есть проблем нету с доставкой гостей, к нам проблем нет. Я вот живу в городе, на машине я еду сюда где-то 15 минут до работы.